Сегодня второй день соревнований областного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Сегодня на конкурсе побывал глава региона Сергей Ястребов. Губернатор оценил соревновательную программу чемпионата, в том числе токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, тракторное искусство, поварское дело. Свое мастерство демонстрируют более 100 учащихся средних специальных учебных заведений из 11 муниципальных образований региона. Все участники чемпионата оцениваются по единой 500-бальной международной шкале. Престиж рабочих специальностей стоит повышать, уверен Сергей Ястребов. И строители, и механизаторы, и повара, и портные, и парикмахеры – все на сегодняшний день, они на самом деле нужны. Я уже не говорю о высоких технологиях, о IT-специальностях, о нашей, так сказать, фарм-индустрии, которым тоже нужны новые талантливые инженеры и нужны квалифицированные рабочие люди. Это очень важно, начиная как можно раньше, там, с 5-6 класса, приливать любовь к труду, соответственно, любовь к той или иной профессии.